never felt the pressure till now. There's something in the air, I'm here and you're just there. I can't pretend that I don't care. One day I might get it right, am I ready for tonight? Caution, caution, amber lights, still can't get you off my mind. Don't know how, I don't know where, but we're becoming more than friends. Getting closer to the edge, stop me from falling. Should've seen the warning sign, now I'm running out of time. Kinda wanna cross the line, stop me from falling. Сейчас расскажу вам все здесь, потому что нам сегодня один год, и мы бы не справились без наших замечательных партнеров. Самое главное действие на каждом дне рождения – это украсить свою жизнь сладкими подарками. Конечно, это торты, капкейки, зефиры, и у нас есть две волшебные феи, которые подсластят вашу жизнь, сделают ее намного слаще, сделают ее намного вкуснее. Это замечательная Олеся и Катя. Давайте поаплодируем. Сегодня вы можете отпробовать их действия, их работу. И они вообще всегда очень вкусно нас кормят самыми сладкими нашими подарками. Но также на нашем празднике есть супершары, самые летающие, самые большие шары. И за это спасибо Лене Супершар, мы тоже ей поаплодируем. Все шарики, которые надуваются в городе Ловском, они должны надуваться именно у нее. Ну что же, совсем скоро к нам подойдет самый лучший фотограф. Она знает, как встать, в какую позу, чтобы не было видно лишних подбородков, лишних всяких штучек на ваших. Да, и она еще очень любит опаздывать. Да, ну как бы, все нормально, но она пройдет сюда незаметно и запишет самые яркие моменты. Это Кристина Хайрова, мы ей обязательно поаплодируем, когда она придет. Ну и, конечно же, человек видеокамеру, который просто живет с видеокамерой и запишет все моменты, свадьбы, корпоративы, все что угодно. Просто звоните и говорите: «Мартин, мы хотим, чтобы ты нас снял». И он обязательно прибежит к вам со своей видеокамерой и поймает все самые удачные моменты вашего праздника. Также наш партнер по ярким фейерверкам и оформлению абсолютно любого торжества. Все, что хотите, все она сделает именно своими руками. И это, конечно же, Юль Берковская, ей тоже мы поаплодируем. Самые главные партнеры нашего дня рождения – это самая любимая рекламная компания «Формат». Все, что здесь есть, все, что здесь, везде, где логотипы, баннера, все печатают, все делают, все шьют. У них очень круто все получается, и за это им огромное спасибо, рекламная компания «Формат». Ну вот, как я обещал, наш фотограф уже подоспел, фотоаппарат она почти настроила, и мы ей тоже поаплодируем. Кристина Хайрова, привет! Ну что, также у нас есть замечательный партнер, это танцевальная студия «Манго», она находится рядом, так что если вы еще не танцуете и ваши дети не танцуют, они скоро подойдут и могут записать вас в танцевальный коллектив свой. И я думаю, что на втором дне рождения мы устроим самое настоящее манговое шоу здесь вместе с родителями и с детьми. Ну и, конечно же, друзья, ни одно день рождения... Что подождать? Ну подождем, сейчас пока оттягиваю момент. Видишь, я тяну, тяну, как могу. Ну что, и ни одно торжество не проходит без самых главных людей. Это без наших детей. Давайте им поаплодируем, они у нас самые крутые, самые классные. Сегодня мы с ними будем зажигать, веселиться. А помогать нам в этом будут самые крутые аниматоры не только Волгоградской области, Волжского и города Волгограда, но и России. Это замечательные аниматоры. Нимула! И я хочу их позвать сюда. Сегодня к вам пришли самые настоящие. Как вы думаете, кто?
певцу, про которого, говорит, очень хотел прийти, но, говорит, грязненько немножко, лапки негде будет помыть. Нет, он говорит, что если Леди Баг придет, кто будет мир спасать? Ага, ну точно. И поэтому я позвал, знаете кого? Человека! Паука! Ничего себе! Люба готова встретить бурную аплодисментами! Давай все крикнем! Человек-паук и Леди Баг, мы ждем тебя! Давайте, раз, два, три! Ну что же, это самый настоящий герой, который спасет наш сегодняшний день рождения, ведь нам сегодня один год. Привет, ну и конечно же я тот человек, который вам будет постоянно мешать, надоедать и не давать просто так сидеть. Меня зовут Дима, привет всем! Привет! Дим, слушай, а как ты думаешь, а наши ребята любят строить? Я думаю, что они пришли буквально сегодня, они побывали на... Миньонской корпорации, и они же там всегда все строят. Вы готовы превратиться немножко в миньон? Ой, а вы знаете, кто такие миньоны? Да, кто? Кто такие? Смотри, чух и все, вы превращаетесь в маленьких зеленых человечков, и сегодня мы с вами будем... Желтых, ну конечно, желтых. И все, мы с вами желтые человечки. Ничего себе, у тебя тут молния. Вот это магия, вы видели вообще? Это Гарри Поттер пришел. Ничего себе. Я ничего не понимаю. У тебя молния чуть-чуть упала, да? Она перемещается. Конечно. Ну что, мы готовы начать строить? Вы готовы? Да. Для этого нам нужно обязательно Человека-паука и Леди Баг позвать, чтобы они принесли нам нашу суперстройку. Они пошли, да? Ура! Вот это суперстройка. Не просто так нахожу, я тут отвлекаю, пока там все происходит. Ну что, нам нужно поделиться на две команды. Люди, которые прыгают, могут к нам сюда. Девочки против мальчиков. Люди, прыгуны, люди, прыгуны, выходите, потому что нам нужны мальчики. Давайте, поделимся, мальчики против девочек. Ой, смотри, а у Андрюшки уже молоток есть, он готов строить. Давайте, мальчики переходят на эту сторону. Девочки переходят на эту. Ты думаешь, мальчишки победят девчонок? Да, конечно, мальчишки самые крутые, они всех выиграют вообще. Честно, я девчонок-то пришел... больше. А я мальчишек могу. А я почему? Тут... Смотри, вон сколько мальчишек, вон сколько девчонок, все поровну. Андрюш, давай, Александр. Ваша задача сейчас построить самую большую башню. Кто это сделает быстрее, тот самый крутой. Ну что, нам нужно сделать коридор. Встаем друг за дружкой. Друг за дружкой встаем. Так. Хорошо. Смотрите, кто наши супергерои будут нам давать строительный материал, а мы с вами будем по очереди передавать. И в конце у нас должны получиться две самые большие башни. Кто построит самую большую башню, и она у него не рухнет, тому я зачисляю один балл. Готовы? Девчонки, готовы? Мальчишки, готовы? У нас есть замечательная разделительная полоса, за которую заступать нельзя. Ни шагу за эту линию. Мальчишки не могут перейти к девчонкам, девчонки не могут перейти к мальчишкам. Ну что, собрались? А если зайдешь, то она у тебя сразу и сгорела. Представляешь, сразу муравьишки выбегают и отгрызают тебе ножку. Вот так. Ну что, Леди Баг, твои девчонки готовы? Человек-паук готов? Готовы! Ну что, тогда музыку погромче и самую большую башню можно будет построить. Передавай. А нам нужно строить самую большую башню, так, чтобы она у нас не рухнула. Давайте будем строить чуть подальше. Вот там, сюда, Давайте передаем и строим самую большую башню. Можно делать из четырех, чтобы она была более устойчивая.
А то у мальчишек она уже больше. Так, так, так. Набирай, набирай, больше строительных материалов. У кого будет самая большая башня? У мальчишек или у девчонок? Можно достроить еще один ряд, чтобы она была еще более устойчивая. Строительных материалов у нас хватит на очень много башен. Ничего себе, Человек-паук просто запустил свою паутину к потолку и строит самую настоящую Эйфелеву башню. Вы видели вот это? Леди Баг, давай тоже запускай свою суперсилу. Так, так, вот это ничего себе, вот это да. У меня, мне кажется, даже не хватит моей рулетки, чтобы померить высоту этой башни. Мне кажется, Снежана уже хочет все разрушить. Она ювелирная работа, просто ювелирная. Ну что ж, сейчас нужно сначала определить, кто победитель. А чтобы определить, кто самый крутой победитель, нужно вручить суперкрутое. Нам нужно сделать сначала обратный отчет, чтобы стройка у нас закончилась. И я начинаю обратный отчет. 10. Вместе. 9. 8! 7! Леди Баг, давай, еще время есть! 5! 4! 3! 3,5! Это точно Человек-паук своей паутиной сбивает! 2 на ниточке! 2 на иголочке! 1! Стоп! Итак. Так, ничего себе! Вот это великаны здесь поработали, я вам скажу. И я... Манхэттен? Ты там летал на этой Манхэттене? Прям вот там? Леди Баг. А у меня Биг Бен. Биг Бен? Чуть-чуть он туда вот наклонился только, но ничего. Не, ну похоже, вон там часы, все нормально, время тягает. Ну что, я включаю рулетометр. 8,5 метров я насчитал. Ничего себе, аплодисменты, девочка! Себе. Так. А здесь? Тот? 8 метров 55 сантиметров. А это значит, что 8,5 метров победили. Ничего девчонки себе. И мальчишки. Ну так, что? Одевай суперкрутую руку. Одевай суперкрутую руку. Значит, у нас 2 победителя. Ну а теперь... Можно разрушить эти Биг Бены и Манхэттены. Надо, думаю, построить одну самую большую общую башню. Ну что, предлагаю сделать одну большую китайскую стену. Видели китайскую стену вообще, что это такое? Нет. Нет, это самая длинная стена. Но каждая команда будет строить свою китайскую стену. Нам нужно сделать 2 китайские стены, один такой большой лабиринт. Но китайская стена, у нее есть... Одна стена, другая стена, и она вот такая вот извилистая. Человек-паук летал, видел, что такое китайская стена. Он видел, и Леди Баг тоже видела. Поэтому мы делаем извилистую китайскую стену. Она нам сейчас пригодится. Конечно, а я вам нужны, расскажу для чего. Супер большие взрослые помощники, чтобы построить большую китайскую стену. Давайте. Мы тоже не сидим на месте, строим самую огромную. А самое главное, что она должна быть самая высокая. Андрюш, у тебя получится сделать самую высокую. А давайте мы ее извилистую сделаем. Смотрите, как делают, только сделаем. Так, смотри, Человек-паук летал над китайской стеной, и он видел, как она делается. Так что можно подсмотреть и сделать так же, как Человек-паук. Леди Баг, давай, я верю в тебя и в твою команду. Девчоночки, самая великая китайская стена будет именно у вас, я в это верю. Опять мальчик.
мальчики против девочек. По-моему, мальчики пока выигрывают, что ли, мне кажется. Так, так, так. Или одна нет? Китайская стена почти готова. Так, здесь китайская стена готова, здесь китайская стена готова. Открываем проход по китайской стене. Ничего себе, угогосики у нас вот это, да? Ну что? Леди Баг и Человек-паук, вам мне нужна ваша помощь, ваши суперспособности. Только это очень тяжело, если честно. Вот, но нужно это взять. Вот это они сильные, вы видели? Ну что, мальчишки, вставайте в начале своей китайской стены. За Человеком-пауком и Леди Баг. Все мальчишки и девчонки. Девчоночки, вставайте в начале своей китайской стены. В ту сторону. Леди Баг, там начало китайской стены. Она начинается на востоке, заканчивается на восходе. Ничего себе, вот это мои познания. Ну что, вам нужно по очереди взять этот очень тяжелый гирю, штангу, пронести ее по китайской стене, поднять наверх. Я понимаю, что это будет очень тяжело, но нам придется это сделать. Вы должны ее здесь поднять, вернуться обратно по своей китайской стене и передать самый тяжелый гирю и гантелю другому человеку. Он сделает это то же самое, добегает до конца, тоже поднимает. Я понимаю, что это все тяжело, но мне кажется, вы справитесь. Готовы? Готовы? Вы суперсилу свою передали? Ну, а мамы должны болеть за наших силачей. Мамы готовы? Мамы готовы? Вот так получше, но можно еще посильнее. Ну что, музыку громче, на старт, внимание, марш, поехали! Давай, 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 давай! Снежа, молодец! Ничего себе, Данил, быстрее, быстрее, быстрее! Поднимай наверх и вернись обратно! Молодец, Давид, следующий! Давай, Вероника, беги, 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 беги! Вот это они сильные, ничего себе! Давай, беги назад! Молодец, беги! Саша следующий. Кто же самый сильный, девчонки или мальчишки? Саша бежит, а у нас еще есть да. Лидеры самые крутые. Амелия, так, следующая, так, беги! Так, ничего беги. Себе, вот Данил. Данил уже ничего по второму себе. Кругу побежал. Аплодисменты! Так. Молодцы! Я видел, девчоночки здесь были немножко пошустрее, посильнее. Как они с этой гири, вы видели? Готовые прям мамы с сумками вот это с магазина бежать. Ничего себе, вот это ого-го. Ну что, гантели передаем своим супергероям. И я попрошу супергероев пойти сюда. Это я, супергерой по свисту вообще. Вы не знали? У меня такие есть. Держи тебе вставай к своей китайской стене. Ты вставай к своей китайской стене. Чуть и длиню тебе, чтобы было поровну. Вот так. Все, ну что? Задача очень простая. Вы бежите по своей китайской стене. Бежите, бежите, такие бежите. Запустили спиннер. А вы знаете, что такое спиннер? Может, они не знают, Дим? Знаете, что такое спиннер? Знать? Да что, они уже... они уже самые современные такие, дети на планете. Себе. Добежали, покрутили спиннер. Как только он остановился, мы бежим обратно и передаем эстафету. Кто сделает это быстрее? Когда только остановился, поэтому нужно сделать так. Но не крутить нельзя, нужно обязательно крутануть. Готовы? Ну что, тогда музыку погромче, поехали! Давай, девчонки, давай, 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 давай! Кто, кто первый? Молодец, Данил, молодец, беги обратно, беги! Передавай эстафету следующему, кто следующий? Снежа, крути, молодец! Амелия, быстрее, быстрее, Саша, крути! Крути, крути его, крути! Так, нужно, чтобы он остановился. Ну-ка, подожди. Все, теперь беги. Видишь, он остановился. Запускаем пропеллер. Ничего себе. А ты еще не бегал. Я видел, что ты не бегала, Солушка. Пойдем. Она бегала. Ты что, человек-молния? И все? Да. Ничего себе. Вот это да. Ну что? Все покрутили. По два раза? Ничего себе! Вот это да! А я видел,
Чья команда победила? Мне кажется, победила команда «Мам», потому что они очень круто аплодировали, поэтому каждой команде засчитываю по одному баллу. Ну что, теперь нам нужно из двух китайских стен сделать одну большую стену. Сможем? Ну что, наша стена. Разделите на глаза и сюда. И теперь нам нужно всем вместе сделать одну большую стену. Постройте ее как можно выше. Самую высокую! А самое главное, самую крепкую. Мальчики и девочки объединяются и делают самую высокую большую башню. Ой, как не хватает нам снежи, златы. Вероник, давай, вон, смотри, где башню строят. Вон туда надо нести все кубики. Неси, строй башню большую. Ничего себе! Вот это да, вот эта стена. Можно делать в ней окошки. Окошки тоже можно делать в нашей стене. Я вам скажу по секрету. Так, как же стена без окошек? Как же поглядывать за всеми, ничего себе. Где же мы будем фотографировать наши лица красивые? Итак. Ну что? Леди-баг. Леди Баг взяла и сейчас... Я смотрю, есть еще строительный стену. Материал. Есть еще строительный... Я почти ее поймал. Нужно быть немножко аккуратнее. Теперь все переходим на сторону вот здесь. Вот сюда. Все сюда, ко мне, я здесь. Переходите все сюда, ко мне. Сейчас сделаем самую крутую фотку. Готовы? Ольга Бузова обзавидуется. Вообще не могу как. А чтобы сделать самую крутую фотку, у нас мальчишек лиц не видно. Человек-паук, ты что всю стену забетонировал? Нужно разобрать, конечно же, реквизит для фотографии. Сделайте окошки, пожалуйста, для ребят. Вот. Так, 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 реквизит для фотографии. А кто в лабиринте? Скорее фотографироваться возле стены красивой. Вот это ничего себе украшение у стены, вот это да. Тут принцессы, тут, значит, любовь, ничего себе. У меня есть бантик. И все переходим сюда. Сюда, сюда, сюда. Давайте все повернемся здесь. Я здесь. Говори. Идите на голос. Я здесь. Я здесь. Смотри, у нас появилась принцесса. Смотри, она голову высунула в окошко, а у нее сверху вот такая классная корона. А еще у нас есть вот замечательный бант. Сейчас тоже мы его сделаем красиво. Давай, мы сделаем вот так. Так. Так, бант у нас. Бант у нас Амелия забрала, потому вот что она лично вот на себя так. Его оденет. Ну что, нам нужно перейти на эту сторону, на ко мне. Все ко мне сюда переходим. Все сюда ко мне переходим. Амелечка, перебегай на ту сторону скорее, бант тебе сейчас Человек-паук передаст. Находим себе... дырочки в нашей китайской стене, в окошках. Да, перебегайте, перебегайте. Вот, Саша нашел уже окошко. Так, сейчас девчонки, так. Еще Вероника, Амелия, давайте тоже ищем окошечки. В нашей так, самой так, красивой, так. Крутой... О, Давид нашел все окно. Нашли. Так, Давид. Иди сюда, Ами. Самое главное, улыбочки. Так, вот, так. Есть окошко. И сверху бам! Да, отлично! Ну что, еще раз крикнем «Сосиска». Давайте, раз, два, три. Димка, сосиска! Ну что, фотки, мне кажется, удались. И наша Ольга Бузова вообще обзавидуется. Наш Инстаграм просто взорвется. Так что выкладывайте все на свою страницу. И нам нужно... снести эту китайскую стену! Каждый должен сделать по одному удару, но как-то быстрее да. Поехать. О, есть! Раз, ничего удар! Себе. Амелия, давай, удар передавай, номер два! Передавай, молодой! Можно вместе, вдвоем бить. Давай, с Давидом! Можно вдвоем ее бить, сносить китайскую стену эту! А так. Что вы всем по очереди сносить? Сначала надо ее еще раз так. Построить!
Данил, Амелия, Давид, строим еще раз стену, а потом сносим ее большим молотком. Строим и сносим, ломать не строить, конечно же. За ночь мы сгораем больше сотни раз. Алле, алле, вот вы не ждали, здрасте. Русские идут так, что все хавайтесь. Мы поднимаем, на уши его нету так. Мы поднимаем, бело-синий, красный флаг. Ну что, вот это ничего себе, как вы быстро строите. Мне кажется, вас всех возьмут в корпорацию миньонов. Просто приходите и говорите, я умею строить самую настоящую китайскую стену, и все. Просто сразу становитесь желтым миньоном. Ну что, построились? Готовы? Ну что, давайте. По одному, по очереди передаем. Леди Баг будет следить за очередью, чтобы каждый смог ударить один раз. Дальше. Поверх убей. Да. У нас есть еще. Давай, поверх убей. Поверху. Так. Есть у нас еще. Еще у нас есть возможность. Так. Есть еще возможность снести. Сносим все на своем пути. Превращаемся в настоящего Тора. Просто молот Тора у нас здесь. Ничего себе. Так. Ничего себе. Ну что, можно еще вот там ударить, чтобы все разлетелось до конца. Так, так, так. Прям тыщ. Так. Ну что, теперь нам нужно сделать одно такое бревно из этих поролоновых кубиков. Одно вот такое разделительное бревно из поролоновых кубиков. Ну-ка, ну-ка, все вместе делаем, помогаем Человеку-пауку и Леди Баг. То есть мы сейчас разделяем мальчиков и девочек опять этим бревном? Нет, мы не будем их разделять. И это большой маленький секрет. А мне бы хотелось, знаешь, определить, кто умнее, мальчишки или девчонки? Кто быстрее сможет собрать огромные пазлы? А сейчас, подожди, мы проверим сначала, кто самый сильный, а потом а, мы проверим, ну давай, проверим. Вообще, ничего, другого кости здесь. Так, так, так. Строим, строим. Делаем четыре рядочка. Четыре рядочка нам нужно сделать. Так, четыре рядочка делаем. Нет, вверх не строим, только строим. По-моему, у меня девчонки быстрее. Вот смотрите, как Влад. Вот так вот, один ряд, четыре рядочка. Вот так вот, хорошо. Здорово. Так, так, так. Я смотрю, вы уже почти закончили строить наш перешейк. Я его буду называть вот так. И вот этот хватит. Так. Смотрите. Остались вот еще строительные материалы. Можно достраивать. У нас есть решение. Девчонки встают на своей стороне. Мальчишки встают на своей стороне. Так, мальчишки на ту сторону. Девчонки на сторону, Леди Баг. Данил, беги, Супермен. Держи, вам розовый. Вам зеленый карандаш. Ничего себе. Только он не рисует, им рисовать нельзя. Данил, это волшебный летающий карандаш. Оп, ничего не остается. Мы должны выстроиться друг за другом. Друг за дружкой выстраиваться. Скорее. Вероника смотрит в сторону. Только нужно передо мной выстроиться. Опа! Все за Димкой все должны смотреть на меня. Вы должны немножко повернуться и смотреть на меня. Вы должны меня видеть. Так, смотрите. Держим карандаш. Делаем три шага назад все. Все делаем три шага назад. И наши волшебные карандаши
добежать до своих супергероев, дать им пятюню и вернуться обратно, передать летающий карандаш. Готовы? Готовы? А вон она, смотри, уже здесь. Да, готов? Ты знаешь своего супергероя? Леди Баг готов, Человек-паук готов. Леди Баг, вставай сюда. Так, 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 я перед его перешли. Ну что, на старт. Внимание, поехали. Беги! Оп, передала. И беги за следующим. Амелю хватай с собой. Оп, а теперь давай, Амель, беги, 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 беги. Передала, беги обратно, молодец. Саша, молодец. Настоящий Гарри Поттер на карандашах. Неже, давай, давай, молодец. Вот это молодец. Да. Давай пятерочку, Леди Баг. Вот молодец. И обратно. Здорово. Кто следующий? Давай, быстрее, 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 пятерочку. Молодцы. Ура! Так, хорошо, с этой задачей вы справились. Теперь немножко... Еще одна не проскакала. Так, давай наш... еще. Ну-ка, давай. Быстрее, скорее, скачи, скачи, скачи быстрее к Леди Баг. Поскакали, полетели к Леди Баг. Полетели, полетели. Давай, давай, давай. Молодец. Вот это она сильная у нас. Обратно. Ничего себе. Ну что, сейчас Дима поможет. Давай, карандаш. Теперь я усложняю задачу. Нужно сначала одному доскакать. Сиди сюда. Нужно сначала одному доскакать до своего супергероя. Вернуться, посадить на летающий карандаш второго участника команды и уже вдвоем долететь до своего супергероя. И так, пока вся команда не будет лететь на одном карандаше. Готовы? Ну что, девчоночки что-то у нас разбежались все. Мы ждем всех, кто хочет летать на карандаше. Ну что, готовы? Тогда музыку громче. На старт, Ваня, поехали! Нужно бежать, а не сидеть. Вставай, вставай, ты тормозишь. И возвращайтесь обратно. Возвращайтесь обратно. Ничего себе. Ну что, девчоночки, справились эти задачи первые. Ну что, давайте карандаши мне. Я буду летать на карандашах. Да, а давайте пока карандаши Дима собирает, мы друг друга похлопаем в ладоши громко-громко! Ничего себе! Ну что, время проверить, кто из вас самый быстрый и самый внимательный и самый эрудированный. Мальчишки или девчонки? Мальчишки, а как вы думаете, кто умнее, девчонки или вы? Девчонки, а вы думаете, кто умнее? Слушай, Дим, срочно надо проверять. Ну что, тогда мне нужны самые волшебные пазлы. Это, конечно, будет очень тяжело сделать. Это пазлы мальчишек. Раскидываем, раскидываем. Но пока не трогаем, пока не трогаем. Просто раскидываем. И сейчас полетят скоро пазлы девчонок. А вот и пазлы девчонок подоспели. Ничего себе. Вот это они вылетают просто как из пушки. И нам, ну, подождите, мальчишки, мальчишки, подождите. Отошли все. Мальчишки, еще нечестно, подождите, девчонки, еще пазлы все не получили. Все ко мне. Мальчишки подходят ко мне. Человек-паук. Мне нужна твоя суперспособность. Замотай пути. Так, девчоночки, получили свой пазл? Ну что, тогда на счет... Сосиска, мы начинаем с вами собирать пазл. Готовы? Пока все побросать. Самое главное правило, нужно сделать руки наверх. Так, делаем руки наверх. И когда услышим счет сосиска, тогда начинаем лепить наш пазл. Готовы? Раз, два, три, сосиска! Ничего себе! А вы знаете, кого собрали?
Кто это? Щенячий патруль? Вот это ничего себе! А здесь что? Смешарики! Ничего себе! Ну что, предлагаю сделать одну самую крутую, самую классную фотку на самой крутой стене. Готовы? Ну тогда все мамы, все дети, все идут сюда к нам. Наши супергерои тоже идут сюда к нам. Сейчас мы сделаем самую крутую фотку. А я напомню, что снимает нас самый крутой видеограф Мартин и фотографирует самая волшебница фотоаппаратов, это Кристина Хайрова. Мы ждем всех здесь, возле этой самой крутой стены, которая знает, что она находится именно в Юле. Все к Человеку-пауку и Леди Баг, друзья, для классной фотографии. Леди Баг, подходи ближе к стене. Вот так. Так, ну что, Давид, мы ждем тебя. Давайте все к стене. Все к стене для того, чтобы мы сделали одну самую крутую фотку. У нас здесь есть Кристина с фотоаппаратом, так что самые белые, самые большие, самые крутые зубы должны стремиться только в этот фотоаппарат и в нашу видеокамеру от нашего фотографа Мартина. Ну что, готовы? Так, Давид, раз, два, три. У нас же вообще-то день рождения. Вот это ничего себе, я почти забыл. Нам нужно задуть свечку на торте. Ведь у нас сегодня праздник. Нам сегодня один год. И я хочу позвать самую настоящую именинницу, королеву этой комнаты, Лиза! Мы ждем тебя! Ну что, Лиза, обычно ты делаешь день рождения. Радуешь наших детишек, и я предлагаю сделать один большой дружеский круг вокруг нашей Лизы. Лизу ставим в серединку, делаем один большой дружеский круг. Один большой дружеский круг. Все. Ну что, и я думаю, что по нашему обычаю мы должны каждый просто сказать по одному слову. Просто по одному слову нашей замечательной Еле, которая нас собирает всех здесь, которая нам делает праздники, веселит нас и собирает нас всех здесь вместе, всех друзей. И поэтому прям буквально по одному слову, что мы пожелаем Еле, ведь у нее еще целый год, представляете, дорогие друзья, день рождения у Юлы. Ничего себе! Ну что, прям что пожелаешь? Счастья. Так. Юле! Ну, у нас тоже процветание! Процветание! Комплекс! Тысяча человек в месяц! Все, ставим план новый! Спасибо! Говори, Амелия вчера вообще пожелала поменьше заказов, чтобы мама поменьше работала. Ну ты понимаешь, что желает тысячу, так что мама будет работать. Подарком! Конечно, они же хорошие детишки, как они сейчас здесь. Вот это да. Всего и побольше. Много праздников. Спасибо. Спасибо! Скажи, улыбок много! Много-много улыбок! Ну что? Ну что? Что ты ищешь это у меня? Вот так вот прибегнулась сама. Ну что? Я без микрофона, можно попробовать? Да, конечно, можно. Ну что? Я думаю, сделаем отсчет от одного и обратно. Ну что, тебе нужно закрыть глаза и загадать самое заветное желание, как хранительница этой комнаты. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Юла! Раз! Слушайте, не задую я одна, понимаете? Надо, чтобы все ребята...
ребята, подошли ко мне! Идите все, без вас не справлюсь! Мы считаем, подождите, на счет раз давайте! И раз! Ура! Вы знаете, у нас сегодня самые крутые кондитеры. Олесечка, Катюшечка, спасибо вам за такой замечательный стол. Ребят, вы оценили, какие тортики у нас стоят на столе? А вы видели, какие кейк-попсы шоколадные? А вы уже хотите их попробовать? Тогда скорее по одному и вместе с мамами мыть руки сначала. Потому что мы брали и поролон брали. Скорее, да, по одному мам помогают. Давайте мои тоже супергерои. Я думаю, вы справитесь там. В суперкомнате. Да, моем руки и скорее садимся к столу. Мамы тоже присаживайтесь, там чай. Сейчас все организую. Когда мы с тобой вдвоем, это очень-очень-очень. Надышаться бы тобой, но невозможно. С тобой точно и очень-очень мне не нужны с неба звезды, даже только твои губы шоколада. Скажи, мне не нужны дни без тебя и ночи, только с тобой точно и кучу и забросать того, кто кого больше любите больше всего. Ну что, делаем самую большую кучу себе в руки и забрасываем того, кого любите больше всего. Поехали, должны быть маленькие и большие кучки. Филипп Киркоров, поехали! Поэтому танцуем все! Выше снега! Туда, где море, туда, где солнце, под ярким небом, мы едем лето. Танцует море, танцует солнце, танцует небо. Расцвело все вокруг, так мило солнце с неба светит, озаряя путь. Дорога дальняя, мчимся на скорости, нам предстоят красивые дни. Мы лишь ты знаешь, ты любишь, ты слышишь. Эй! Я готов к тебе. Туда, где море, туда, где солнце, под ярким небом. Два, три! Танцует солнце, танцует небо, мы
Ну что, а еще я слышал, что мамы, все мамы должны прийти сюда ко мне. Это тоже один из обрядов. Все мамы должны прийти ко мне. Все мамы сюда подходят. Все. Никто не сидит, никто не стесняется. Иван Дорн всем рекомендовал. Ну что, все сюда в серединку идем. И я слышал, что все дети должны забрасывать родителей серебром. Так что давайте это сделаем, чтобы у нас были все желания, у нас было все круто. Поехали. Мамы в серединке, дети забрасывают. Сам нельзя, ты кто так сказал, а ты не слушай, ты не шаг назад, а ты момент, когда надо им всем показать. Вот тут веш, ничего себе, ничего себе. Покажи им всем, покажи им всем, покажи. Вот тут веш, нет, ну что тут веш, ничего себе. Покажи им всем, что ты чувствуешь. То самое чувство, когда ты круче всех. То самое чувство, когда ты на воде. То самое чувство. Серединку делаем одну большую кучу, чтобы нам там устроить кучу. Так. Делаем долю, коснуться, серединку вот сюда. Головой вовнутрь на спинку ложимся, как лучики солнца. Делаем одно большое солнышко. Ложимся головой в середину, только аккуратнее. Здесь уже кто? Вот здесь кто-то уже лежит. Нам нужно лечь на спину. Ложимся на спину. Так. Все находят себе место. Так. Каждый должен найти себе. Аккуратнее. Так, давайте не прыгать. Давайте просто ляжем. Ложись. Просто лежи. Вот так вот. Все прекрасно. Ложись сюда. Ну что, готовы? Теперь лежим на спине и поднимаем руки наверх. Все ложимся на спину и поднимаем руки наверх. Готовы? Ну что, на счет три начинаем махать руками и ногами, только очень аккуратно. Раз, два, три, поехали! Ну что, и продолжаем махать руками и ногами! Ну что, а я напоминаю, кто не танцует, тот Филипп Киркоров. Слушай, а давай посмотрим, как они умеют повторять движения танцевальные, давай? Давай, с удовольствием я это сделаю. Интересно, а вообще они умеют танцевать? Ты у них спроси для начала. Умеете танцевать? Вы умеете танцевать? Ой. Говорят, нет. Я тоже думаю, что не умеют. Ну смотрите, у нас есть волшебная стена, которая учит танцевать. Я вам скажу по себе. Давай! Разминочка перед настоящим танцем. Все за Димой повторяем. О, у девчонок лучше получается. Мальчишки, давайте, вот так. Влад, по-моему, суперзвезда танцпола 2018. Ну, конечно же, своя студия танцев. А как не танцевать? Давай, оп. Ты, по-моему, такую разогревочку сделала. Да, все готовы. Ну тогда мальчики повторяют за пандой, а девочки повторяют за девочками. Готовы? Я не слышу вас! Ну что, поехали! Мы
мальчики повторяют, нормальные девочки повторяют за прекрасный голубой. Кто круче, покажи, держите, давай! Девчонки, давайте! Оп! Мальчишки! Ничего себе. Я думаю, что веселье только начинается, потому что сейчас, Дим, давай устроим настоящий шухер. Родители пришли. Дискотека без родителей. Так, сейчас самый строгий папа пойдет проверять. Кто не спрятался, того сейчас защекотят. Замочная дверь открывается. Так, кто тут такой беспорядок учинил? Так, а почему никого нету? Ладно, пойду в магазин за хлебом. Тогда вылазим и танцуем! Шухеры, надо быстро наверх его поднимать. Поднимаем наверх. Все, что есть. Поднимаем! Сегодня можно немножко пошалить, а еще и побезобразить.
Бункер! Скорее, прячься! Родители! Быстрее! Замочная скважина! По-моему, сейчас заходит. Итак, кто не спрятался, я не виноват. Вот она! Щекоти! Вот она! Это она! Девчонка, ничего себе! Так нашкодничала! Убираемся здесь каждый день. Она тут вон что натворила. Ничего себе! Ну все, иди ее ругай! Так, кто самый-самый лучший? Так. По пряданию дома. Так. Сейчас проверим. Никита, сейчас будет защищать. Щекоти Никитку скорее. Смотри, это он здесь вообще нашкодил здесь вот так вот сильно. Ты что здесь его разбросала? Мы тут убираем специально. Никита, надо тоже пощекотать. Смотри, он не спрятался. Вот он. Кто не спрятался, тот не виноват. Я вообще, ничего себе светильник. Ну что, предлагаю всем встать. Ну-ка, все-все-все! Все-все-все! Я же тебя не видел, видишь, хорошо, как спряталась, ничего себе! Ну что, предлагаю сейчас проверить вашу выносливость. Сможем? Ой, мне кажется, они уже сдулись. Сможем! Идите сюда! Скорее! 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 Давайте покажем! Вы тут дети злой. Она говорит, что мы сдулись, ничего не можем. Сейчас как покажем, что мы можем, да? Ну что, только ей не говорите, что мы так о ней говорим. Ну хорошо, давайте тогда, ты же самый тяжелый танец на планете. Вот если кто-то станцует, самый лучший танцор получит сегодня суперприз. Сможем, хотите суперприз? Давай, хочешь суперприз? Да, давай, вставай рядом. Тогда смотрим на волшебную силу. Мама тоже участвует с папами. Мартин, снимай, сейчас будет жарко. Something about this outrageous man making louder and louder.
участвовать. Подумаю, что мы запустили еще раз, но нет, это все одна музыкальная композиция. Припев номер 123. Бесконечная песня. Да ладно, не пугай, я слышу, там есть конец. Но кто же лучше, кто же выдержит? Я слежу за всеми. Аплодисменты, ну что, я же говорил, что она когда-то закончится. Так, я следил за всеми. И победила вот эта вот девочка. Иди какая? Сюда. Какая? Ну-ка. Вот как зовут тебя? Ничего себе. Я. Ага. А еще мальчик тут хорошо танцевал. Мне кажется, она сомневается, что иди ее сюда. Так зовут. Смотри. Да, он так хорошо в том... Пойдем, сейчас. Вот два человека, которые мальчик выиграли. Мальчик, иди. А вы знаете, что они выиграли? У них вот суперприз, между прочим. А я сейчас вам расскажу. Вы стойте. А ваша задача сейчас их полностью забросать серебром. Вот их победа. Это суперприз. Давай, закидывай их серебром. Отбивайся, что стоишь? Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night.